Ну за що? Ну почему так? Ну можно же было по-нормальному общаться, ну. На характере, first пиком. Чё они мне сделают? Я понял, кортик в жопу они мне пропишут. Помню, на Рубике брошку медведя кормил. Я тоже помню, она в небытие растворилась потом. Я охуел. Типа, это травма на всю жизнь. Я-то думал, брошка, она вернется, она все. Надо эту катку просто в хламину выиграть. Как вот на Виспе выиграл, так и тут надо выиграть. Все нормально будет. Раз так делал. 64 урона. Но вообще маловато будет. Маловато. Маловато. Ну, 70 урона уже получше будет. До начала сражения. Так, план простой. Все, что мне надо в этой жизни, это замаксить первый и второй и выкидывать экстратосферу и все. Аганеды и балусы? Да зачем? Я магическим люблю тини играть. Хотя магический тини, типа, актуален до минуты 30, а потом он становится просто бестолочью. Ну чё? Битва начинается. Пол нахрен. Моя руда. Обмен любезностями произошел. Чё, White Spirit здесь? Ну да, ну да. Я настолько в себе уверен, что даже варды не взял. Вот настолько я в себе уверен. Крипа за крипа. О, ФБ у нас. Не-не-не-не. Сука, он крипов портит. Я не так хотел. О. Блин, за каждого крипа я его потом в помойку отправлю. О, за каждого всю. Камня, 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 камня. Он пользуется тем, что у него анимация более приятная и скорость атаки быстрее. Курьер сил света был убит. Плевать. Все еще плевать. У меня для таких случаев всякие есть. Блин, я бы сейчас ему устроил полет. У меня, в принципе, 7 секов есть. Ну да. Маннакаст хватит. Нравится. Блять, не очень нравится. Я раньше потерял, долбоёб. Это сколько я экспы сейчас потерял? Ё-мой. У него тоже такие есть. Ну ладно, ладно. Чё там шестой не получил? Меня одно спасает, то что я сверхжирный. Как бы тиня, он даже жирнее Куджа. Он даже шестым левелом, если сейчас фулл каст меня кинет, он не убьет меня. Я просто очень жирный. Я могу стоять... Блять! Так, вот это не по плану. А-а-а-а-а-а. Ядри! Я вынужден ульту вкачал, я не хотел ульту сейчас скачать. На, она снизу, черт. Пойди ты нахрен. Нападает он на меня, псина. Меня больше удивляет то, что команде абсолютно пиху, типа меня вдвоем хуярят они такие, что вообще кого, куда, когда. Что такое помощь вообще в этой игре? Нахуй она надо? Эти ваши помощи. У него мана мало. Не хватит урона, чтобы меня убить. Жизнь подпортит, не сможет. Зараза. Где парик? Он в мусорке лежит.
Я требую колечко на ману. Мне. Игра. За мои страдания. Пожалуйста. Не. Ой, иди ты нахуй. Они еще и видели меня здесь, оказывается. Нахуеть. Они меня видели, они знали, что я здесь. 100% они знали, что я здесь. Они меня пасли. То бишь, я был на варде. Вопрос теперь только именно, где этот вард был. Либо здесь, либо где-то прям вот тут где-то. Нужно сейчас его будет найти. Вот это внезапно, конечно. Вот только вард-то не здесь. Ладно, хер с тобой. Куплю еще один. Я просто не верю, что здесь нету варда. Ну, быть такого не может. Они пришли просто свое меня убивать. Они знали, что я здесь. Вашу центральную башню атакуют. Да ладно, да ну нахер, я не верю. Алло, да где? Может, он просто упал от времени? Но быть такого не может. Читая заслуженно книгу, забирая. Потому что, ну как бы. Там челики 7-го левела бегают, а я на меду 7-го левела. Меня просто, блин, каша изничтожила. Голова отдыхает, когда бритый? Ну, типа, есть такое. Попахивает сливом, будет на фрифарме. Ну, удачи тебе там это. Все хорошего. Сливом у него там попахивает. Не-не-не, вот это интереснее даже будет. Все, я готов делать ваншоты. Кого ваншотать? Я думаю, я кашу ваншотну. Просто за всю хуйню еще напихаю. Главное просто ее сейчас встретить. И все. А, на хуйня бегает. Как я такое? Ладно, моя жизнь была не яркой, но медленной. Ой, яркой, но короткой. Запизделся. Я просто обязан был это сделать, чат. Ну, пойми меня, я должен был это сделать. Теперь буду посерьезу уже. Оп, глим садет. Не-не. Что там у Акаши? Капельки она купила. Утюг какие? Я что, настолько широкий, что ли, что меня так цепануть можно? Могилу. Точно слив? Ну конечно, конечно слив. Как оно вообще иначе может быть? Лиман не хватает. Ровно где? Блин, забирает, да? Да. Угу. А ще мани нема. Не дагер, я сейчас на дагер уйду. А, и фуза фастовый, нихуя себе. Мне нужно чутка побольше маны, чтобы хватил на фул каст. И я похороню Акашу. Все, хватает маны. Настолько ее увидеть. Блин, ушла. Ну блин, я должен был ее поднять. И вот так вот. Это 4 васта получилось.
Маг резиста себе закупать, чтобы я их не ваншотал. До свидания, ложки. Дизраптор, кстати, не факт, что ваншот, но... Ой. 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 Ой-ой. Ой-ой. Не надо. Нормально. А пусть только отобьет крепочка одного, я его мгновенно похороню. Бля, так нравится, вы б знали. Вот просто за всю хуйню, тут нехуй было меня хоронить. Вот тупо две смерти вот это из-за Акаши, которая мне начала жизнь портить. Я хочу жмыхнуть. Его надо увидеть сначала, чтобы жмыхнуть. А, блин, убегает. Че, где там эти ваши Акаши? Попытаться дизраптора шотнуть, нет? До свидания. А где же эти нытики из чата, которые говорили то, что я игру солью? Главное темп не сбавлять. Ой-ой-ой! У него... А, у него когда? Братцы, очень долго думать, я ебал вас в рот. Ненавижу негров. Переживо? Пережил. Нет! Тварь! Бля, баба наорала. Десятку с меня сняла, вот сволочь. У меня с ней локальная война будет. Ну, кстати, она получила с меня не так много, как за серию... А, она из 9 убийств сняла серию, не из 10. Да ладно. Я думал, она серию из 10 сняла. Ой-ой-ой-ой-ой, какие предметы, парни. Ой, я сломала. Вот этот джаггернат, конечно, не помешал бы взять. Блин. Мне это даже бы не помешало взять. Я не знаю. Я подумаю. Я хочу кого-то похоронить прямо сейчас. Я не хочу сублимировать магический билд. Я сейчас, скорее всего, буду дальше физику собираться, чтобы сколков бить. Как бы сейчас я максимально реализовал первый-второй скилл. Все. Если дальше упарываться, то потом мне на 30-й минуте просто урон не будет хватать, чтобы их шотать. Это как-то не очень. Надо физику идти. Хуя себе. Он задумал. Ты банатый? Ну ладно. Там, кстати, есть плюха вот эта вот. Если я ее заберу, ну, скажем, к примеру, то... У меня раньше атаки вообще поехавший будет. Это еще с поленом плюс... Доп-рендж от ветки. Так как у рейнджевика будет атака. Вообще огромная. Вижен надо. Это не вижен. Да за что меня-то? Тупо ироды. Силы
Зрение лишают, не надо. Так, сейчас меня опять Акаша может похоронить, я лучше с рук отойду. На опыте, так сказать. Ой, это не за мной ракета сейчас полетит? Не, не за мной. А, она даст залетит. Я могу, короче, пойти бабанк и тупо керас купить. Это на расчет на то, что я просто буду строение пушить. Сумка, как бы урона по строению у меня очень много. Опять такое, как бы. Не пошел дальше. Интересно. А вот он. Я знаю, что можно купить. Можно просто купить мушар, доебался, и все. Запить хер, знаешь, так. На максималочку. Или Блуторн купить. Там есть какой-нибудь Юл у него? А у него нет Юла. Можно было реально Блуторн выключать его. О. Жестко, жестко. Я где? Офл. Верхняя башня. Дел сделано. А, это было бы ревайс, я думаю. Это за звуки странные были. Я послушал, там кто-то сказал хай гайсы. Джаггера жалко. Мушартки раз дизольга. Я понимаю, что с таким билдом они будут отлетать только так. У меня какой-нибудь БКБ бы не помешал все-таки. Чтоб меня вот так дизраптор больше замес не выкидывал. У них в основном магический урон получается сейчас. Физики почти никакой нет. Вообще можно упороться в край, мог купить еще, но это совсем упоротость тотальная. Не возьму. Сопротивление. Так. Я не хочу урон впитывать сейчас. Кого там Аега? Ну урон имею. Вполне. Не, я знал, что они глиф нажмут. Я поэтому пошел Т2 пушить. Ваша верхняя башня разрушена. Можно совсем в край упороться. Блин, у меня начинаются вот эти упоротые билды. Во мне долбоебик просыпается. Чат, успокой меня. Я сейчас еще один мушард куплю. Да ладно, сейчас игра кончится, скажись. Скорость атаки 350. Стоп, что? Что так мало? Там какие-то вышки были, да? Пацаны, 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 ща. Я быстро. Не обращайте внимания, главное, на меня. Я быстро. Ну и не надо! Как кристаллис куплю. Ну, у меня уже вариантов не было. Типа, я на характер ворвался и на характере сдох. Я хотел тон. Просто. Я там подкипиш в сторону снес. Давай так. Что, кончились раны? Ой-ой-ой-ой, вот это мне надобно. Шварда.
пацаны, все, сейчас изолятор покупаю и ломаем кабину, и все. Блин, все, вы выфармили, зараза. Не, гоним не будут собирать, игра уже кончится к этому моменту. Они все отдали, убивайте. Что-то хуета какая-то. Капут. Арс тоже на 2 удара. Марс. Тут под минус армор. Сука, аферист, охуел. Ему просто больно. Профиксить ему этому тени шат, потому что слишком, мне кажется, им больно. Уже как 3 месяца должны пофиксить. Так же, как и Тинкер, да? Слазил на 10%. Блядь. Ага, и САД с метеором. Вообще все герои там пофиксить, нахуй. Да, Пуджа удрать из доты, нахуй, вместе с Блэстэчесом. Ля, Пуджа, не трожь. Да, Пуджа с молом, да. ГБ настолько Пуджа ненавидит, что он ему Денай убрал. Сука, жирный завоняться не может. Три, у минера Денай остался. И единственный персонаж в доте, который может Денайиться при помощи своей кнопки. Без помощи других. А у Пуджа забрали. Он минера любит, Пуджа не любит. Понятно. Что ГБ, блядь, взял ГБТ. Еще мне по ГБ летит, подождите. Нет, я не хочу ждать. Ай, блин. Иди быстро. Отвлеките, я их хемик крипов сделаю. Тупо за пару секунд. Давай, ебан. Справедливая. Норм, я тебя забайтил. Айди, а БКБ. Норм, я тебя так подбайтил, ебай, да? Противника разрушена. Бля. Там нету Юла на этом долбебе, нету Юла. Вообще похуй, не почувствовал. Блин, даже с таким рафляным билдом я наношу колоссальное количество урона, но персонаж просто сумасшедший. Он тупо есть челик? Сейчас его не будет, потому что я пришел. Всё. Пизди лоха, блядь. Сюда. Победили силы света.